Պարոն վարչապետ, եթե դուք արհամարում եք հայ ծնողներին. Премьер-министр Никол Пашинян, раз вы игнорируете родителей военных, то я обращаюсь к вашей супруге Анне Акопян. Соизвольте выйти к народу и ответить на наши вопросы. Чего вы боитесь? Вы счастливо живете со своими детьми. У меня тоже есть право на это. Я хочу, чтобы мой сын вернулся к семье. За что вы называете наших военнослужащих дезертирами? Вы, руководство Армении, разрушили нашу жизнь и судьбы наших сыновей. Лишили их будущего. А что вы нам всем дали? Только паспорта? Я готова отказаться от гражданства и вернуть вам эти документы. Что хотят наши власти? Может нам обратиться к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву? Мы можем пойти на такие шаги, ведь в нашей стране нас никто не выслушает. Мы не получаем ответы на беспокоящие нас вопросы. Остается одно – отправиться в Азербайджан и просить помощи у Ильхама Алиева. От наших властей нет проку. Власти дают пустые обещания, однако до сих пор никаких результатов не видели. Уже больше года моего брата нет. Не знаем, где он, что с ним. Мы все просим помочь нам, просим вернуть наших братьев домой. Власти не должны были отправлять наших сыновей в Чайла-Гая. Они просто обманули нас. Они знали, что эти земли нам больше не принадлежат. И почему-то отправили именно туда. Власти абсолютно не думают о нас. Больше года у нас нет покоя. Мы не спим по ночам, думаем о наших детях. Мы уже поняли, что наши власти не способны помочь нам. Поэтому просим всех, кто может помочь. Пусть поможет вернуть наших сыновей. Мы самое дорогое дали этой стране, наших детей. Однако никто этого не ценит. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.